А вот и я, Кристиан Блэк, и сегодня мы продолжаем играть. В прошлой серии я предположил, что эта серия последняя, но оказался неправ. Пришлось еще раз побить сейсмоголову, ну, сейфоголову. Вы сами все видели прекрасно. Ой, что-то так жарко. Ну ладно, ничего. Мы с вами совсем справимся, верно? Маяк такой маяк. Я уж думал, ты решил себя это. Ну ты понял. А, мы же без фонарика остались. Корень зла. Если бы не было такой тупой, то использовал бы пули вместо ног. Sebastian, listen to me. Stop. Your interests are the same as ours. Look, I get it. You're not just some rookie detective, and this is not just some ordinary kid. You killed Joseph and you shot me. So right at this moment, that's enough reason for me not to trust you. Mm-hmm. You're a good man. That's why I. Doesn't matter anymore. If you know who this kid is, if you know anything, you know why he can't be allowed to live. Bullshit. It's Rubik. He's the one that. Это и есть Рубик, часть сознания Рубика. Неужели я наконец набью морду ему? А чем кричит мозг? Схватись за вену, господи. Какая прелесть. Я уже думал, что все закончится. И, блядь, кто такой? Так все-таки это конец? Недостаточно убить его? Да, достаточно, только ты его не убьешь.
очень честно. Если он по прямой бы шел, то нормально, а так он по диагонали, как раз как я бежал. Немезис прям какой-то. Оу, да. Как-то вообще удержался. Хотя бы подсветили. Да, именно это я и хотел, разъебашить его с крупнокалиберного пулемета. Хотя лента уже давно должна была закончиться, но это не важно. Потому что это именно моя... поймал частичку своего сознания. О, поймал. Держаться. Моя девушка спрашивала меня, а чем опасна колючая проволока? Вот чем. Что у меня столько ракет? Как я по тебе промахиваюсь? Ладненько, я передумал. Аудовема? Ну извини, ты меня заставил запаниковать. Можешь убить меня, разрешаю. И заорал, потому что больно. Ты типа, ай, я дебил. Откуда я мог знать? Да ниоткуда. Видишь, посмотрите, как я его еще раз буду бить. Не волнуйтесь, на сей раз я оставлю снаряды. О, в смысле? То есть снаряды все-таки не надо было пускать. Видите, как он быстро ко мне приблизился?
Это расхватило всего двух. Тут он меня аккуратно снял. Больно тебе, наверное. Я поржусь, я сейчас буду. Один из многих. Чем больше шкаф, тем громче падает. Бейба. Трофей мышц уже должна быть. У тебя там есть револьвер в кобуре? Да откуда? Вообще они тебя в полном амбудировании положили. Да мне похуй. Мозг Рубика. Да ему уже пиздец, походу, по сути. Какая прелесть. Leave that one. And those two. They're not going anywhere. No one can. Все прикрыло. То есть она руководила этой всей хуяцей операцией, да? Что это такое? Ага. Выбрались. Умер. Однозначно умер. Лесли. Я бы на том месте подобрал бы какой-нибудь ствол и разнес там все к чертовой матери. Но если здесь был Рувик, раз эти полицейские мертвы, то значит ты никуда не выбрался. Just give me some real fresh air. Неужели мы закончили? Ёб вашу.
Не. А, это в твоей голове, друг мой. Мурашки по коже, нотки гитары. Сучки. Ебаные японцы. Заставили меня с пулемета пострелять из базуки. Это все. Ребят. Два раза нажал пробел. Вот. Кто за геймдизайн? Какой-то Нашигава, Ямада, Джон, ну ладно, Джон нормальный. До свидули. Получен авто... Нахуя он мне должен сейчас? Ёбаный блядь! Нахуй мне он сейчас всрался? Получен гранатомет. Спасибо. 50 тысяч очков навыков. Новая игра плюс, плюс и просмотр моделей. Дополнительный уровень сложности. 60 смертей на 15 часов. Это получается по одной смерти на каждые 15 минут. Не так-то много смертей на самом деле за 15,5 часов. Сохранить игру, вы чё? Ох, ёбушки-воробушки. Друзья мои, вы думаете, что это все? На этот Джулия Кинман попадает в глубинный стэм, где она должна не только выполнять под задание, но и справиться с Руиком и собственными демонами. Раз. Стоит Джулия Кинман подражается. Два. И я хранитель, то есть сейфоголовый 3. Это еще 3 дополнения. Думаете, что все закончено? Нет, друзья мои. Вы настолько ошибаетесь. Все, я буду отдыхать. Нахуй, нахуй ты игру, нахуй, нахуй. И вернусь где-то, не знаю. Для вас, может быть, не будет никакой разницы, но я вернусь. Блин. Через месяц точно. Нахуй эту игру, нахуй. На самом деле, мне понравилась. Игра хорошая. Хорошо сделана. В принципе, все приятно, но... Управление иногда просто вымораживает. Кастелланос пиздец какой медлительный. Это раз. Второе... Что второе? Слишком очевидные моменты. То есть, бежишь посередине коридора, какая-нибудь херня случается. Задолбало под конец. Еще что-то там было, помимо управления, связанное с геймплеем. Ну, я это говорил не раз вслух во время того, как я снимал. Я слишком устал, чтобы это вспоминать. Словом, друзья мои, основная игра пройдена. Это только первая часть. Увидимся с вами в следующих сериях. Всем спасибо за внимание. И до скорых встреч.